Знаменитости тоже люди. Они могут надеть не тот наряд, скорчить смешную физиономию и облиться кетчупом у всех на глаза. Предлагаем вашему вниманию коллекцию веселых неожиданностей от российских звезд. Анна Семенович не считает нужным всегда улыбаться. Все равно все смотрят ей в декольте. Где только Анастасия Волочкова не делала свои коронные шпагаты. В этот раз она решила удивить поклонников деревенской романтикой. А вот очередная попытка Волочковой примириться со своим вечным врагом Ксенией Собчак. Попытка провалилась, но накатили девушки неслабо. Натуральный блондин Николай Басков не понимает, что происходит. Надоедливые фотографы не дают Филиппу Киркорову спокойно поесть. У некоторых папарацци нет ничего святого. Они запечатлели Примадонну, когда та полезла пальцем в нос, а это удар ниже пояса. Но звезды попадают в нелепые ситуации, даже когда позируют. Лариса Долина отнеслась к своей фигуре не так критично, как следовало бы. Являясь сторонницей бодипозитива, Лолита Милявская тоже одела неудачный костюм на неудачную фигуру. Ольгу Бузову также критикуют за странный выбор цинических нарядов. В этом костюме певица снялась в клипе на песню «Водица» и выступила на международном фестивале «Жара» в Баку. Папарацци следят за Бузова все время, даже чихнуть не дают. Надеюсь, что вам понравилась подборка. Всем хорошего дня!